как ни играй, куда ни пойди, кто бы ни встретился нам на пути. Весело тем, кто мир познает, смелее котики вперед! Мяу! Котики вперед! Котики вперед! Одевайся по погоде. Во что сегодня поиграем, Катя? Заглянем в коробку. Смотри, Котя, чемоданы! Поехали в круиз по океану! Мы увидим чудеса всего света! Чувствую, нас ждет приятное путешествие! Мяу-мяу, котики, вперед! Котя и Катя выпрыгнули из волшебной коробки и взошли на борт лайнера Китти. Они с нетерпением хотели узнать, куда же они поплывут сначала. Добро пожаловать на борт! Наша первая остановка – Великий Сфинкс в жаркой-прижаркой пустыне. Сегодня ожидается солнечная жаркая погода. Котя, давай, нам пора одеваться. Так классно, да? Сегодня будет жарко, Котя. Не хочешь надеть шорты и футболку? Нет, так ведь все одеваются. Хорошо. Улыбнись. Я зажарился. Весело было, да? Нет. Внимание, пассажиры! Следующая остановка – Леденящие острова. Сегодня ожидается снежная, холодная погода. Ого! Поверить не могу! Давай переодеваться! Котя, на улице очень холодно. Может, лучше наденешь куртку? Ни за что! Я так буду выглядеть гораздо круче. Хорошо! Сыр! Лед! Вот это да! Классная фотография! Ага, классная! Следующая остановка – плачущий водопад Макерштайн. Сегодня ожидается дождь, затем ливень, а потом польет как из ведра. Я знаю, что надеть! Я тоже. Ты точно знаешь? Сегодня ожидается сильный дождь! Я хотел выглядеть красиво. Когда-нибудь видел столько воды? Котя, закрывай, пожалуйста, рот! Прошу тебя! Я себя плохо чувствую. Я тоже. Ты сильно простудился и заразил свою сестру. Следующая остановка – Ветервиль. Надо подготовиться, Катя. Вы двое никуда не пойдете. Оставайтесь в постели до конца круиза. До конца круиза? Да, боюсь, это так. Нет, это нечестно. Вдруг откуда ни возьмись таинственный незнакомец. Выглядите вы ужасно. Что случилось? Из-за Коти мы оба заболели. Из-за него? Почему? Вначале он решил надеть теплую куртку в пустыню и весь зажарился. Потом я сказала ему одеться потеплее. Но шорты мне идут гораздо больше. Я сказала надеть дождевик, когда мы шли на водопады. А я не захотел. Весь промок и заболел. Ну, конечно. В такой одежде любой заболеет. О, теперь я понял. Если не хочешь заболеть, нужно обязательно одеваться по погоде. Спасибо, мам! Эй, как вы догадались? Извини, Катя, давай попробуем снова. Но на этот раз я обещаю одеваться как следует. Теперь понятно, летим обратно! Котя и Катя снова отправились в приключения. Но на этот раз Котя выбирал себе одежду только по погоде. Когда было жарко, Котя надел шорты. Когда капитан объявил, что будет холодно, он надел теплую куртку. Когда пообещали дождь, Котя был рад радешенек в дождевике. Внимание, пассажиры! Следующая остановка – Радужный лес в Ветервилле. Сегодня ожидается холодная ветреная погода. По-моему, сегодня отличная погода для свитера. Котя научился, что когда выбираешь одежду правильно, можно веселиться в любую погоду. Смотри! Ого!
играй, куда ни пойди, кто бы ни встретился нам на пути. Весело тем, кто мир познает, смелее, котики, вперед! Мяу! Котики, вперед! Кто похитил сокровище? Во что сегодня поиграем, Катя? Заглянем в коробку. Смотри, кепки сыщиков и увеличительные стекла. Мы станем сыщиками. Да, и поймаем вора. Скорей, нельзя терять время. Мяу-мяу, котики, вперед! Котя и Катя выпрыгнули из волшебной коробки и поспешили на место преступления, в Королевский музей. Как хорошо, что вы здесь! Похищена одна из трех наших ценностей – изумрудное яйцо. Кто-нибудь видел вора? Да, у нас три свидетеля. Они его видели. Рассказывайте! Он сказал, что вор серый, большеухий. Скорей, за ним! Прости, у нас мало времени. А то вор сбежит. Не прошло и минуты, как по приметам сыщики нашли подозреваемого. Ура! Вор схвачен! Видите? Серенький. И уши большие. Не виноват я! Почему это не он? Серый и большеухий. Кто же тогда похитил рубиновую малину? Пропала! Ты и правда не вор, мышонок. Конечно, нет! Нужно больше примет! Срочно! Так, что ты видел? Он еще и с длинным носом? Серый, большеухий, длинноносый. Ясно! Вперед, Катя! Нет времени! Мы должны вора поймать! По новым приметам, сыщики немедленно отыскали другого подозреваемого. Вот и вор! Но я ничего не брал! Как это? Конечно же, он вор! Он серый, с большими ушами и длинным носом! Кто же бриллиантовый пончик украл? А? Все три ценности пропали! Нам придется закрыть музей! Да, и кстати, вы уволены! Ужасно вышло! Как это мы с тобой так оплошали? Даже не представляю! И тут появился таинственный незнакомец. Сенсация! Горе-сыщики упустили вора! Мы эти сыщики. Мы гонялись не за теми. Не было свидетелей, чтобы описать вора? Трое! Первый сказал, что вор серый, большеухий. Мы и поймали мышонка. Но вор не он. Второй сказал, что еще у вора длинный нос. Мы и поймали муравьеда. Но он тоже не вор. А что сказал третий? Мы не стали слушать. У нас не было времени. Мы спешили. Не было времени? А на поимку невиновных у вас было время? Верно. Вор только больше ценностей украл. Эй, я поняла. Если поторопиться и сделать что-то, не собрав все факты, можно получить неверный ответ. Вот слова настоящих сыщиков. Спасибо, мам! Эй, как вы догадались? Котя, давай сначала. Но в этот раз выслушаем всех свидетелей. Теперь понятно! Летим обратно! Котя и Катя вновь взялись за расследование кражи в музее. Но в этот раз они опросили всех свидетелей и собрали все приметы вора. Серый, большие уши, длинный нос, сам огромный такой! Как этот? Покажи свое ведро! Изумрудное яйцо! Рубиновая малина! Бриллиантовый пончик! Похвально, Котя и Катя! Вы вернули эти ценности музею! Ну, дружок, зачем украл? Я хочу стать пиратом. Мне нужны сокровища, чтобы запереть в сундуке. Если кто и окажется запертым, так это ты в тюрьме! Котя и Катя не понеслись за вором, сломя голову, а сперва собрали все факты. Вот так им и удалось поймать не муху, а слона. Сенсация! Умные котята раскрыли кражу! Да! Ку! Мы гении! Да! Мы гении! Мы гении!